Пропавшая из вида 75-летняя София Роттар наконец нашлась, и исполнительница отправилась поправить здоровье, причем в крайне недешевую страну. Подруга певицы Лайма Вайкуль лишь развела руками в недавнем интервью, когда ее спросили, куда же пропала Роттару. Блондинка рассказала, что приятельница жила в Восточной Европе, но затем пропала из поля зрения. Поклонники уже начали предполагать худшее, но можно выдыхать. Продюсер певицы Сергей Лавров пролил свет на местонахождение звезды. По его словам, он совсем недавно связывался с певицей. Чувствует, София Михайловна себя неплохо, несмотря на жуткие слухи о болезни Паркинсона. Совсем недавно она вернулась из Германии, где проходила курс профилактического лечения, но без серьезных вмешательств.